Последний твит Дональда Трампа после вчерашнего сражения с Твиттером снова о Твиттере. Твиттер ничего не делает со всей ложью и пропагандой, которую распространяет Китай или радикальная левая демократическая партия. Они выбрали мишенью республиканцев, консерваторов и президента Соединенных Штатов. Сообщение быстро набрало больше 100 тысяч лайков, перепостили его почти 30 тысяч пользователей. У поста про историю в Миннеаполисе, который Трамп написал, ложась спать, наверняка было бы больше, но Твиттер его заблокировал. Прочитать этот текст можно лишь пройдя по отдельной ссылке. Эти отморозки порочат память Джорджа Флойда, и я не позволю этому происходить. Только что говорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные будут с ним. Мы возьмем ситуацию под контроль в случае осложнений, но когда начинается мародерство, начинается и стрельба. Такой власти у социальных сетей не было. Этот твит нарушает нашу политику в отношении героизации насилия из-за исторического контекста последней строки, ее связи с насилием и риском, что она вдохновит людей на аналогичные действия сегодня. То есть Твиттер в лице его главы Джека Дорси демонстрирует полное неподчинение. В острую фазу конфликт Трампа и Твиттера перешел несколько дней назад, когда сервис микроблогов пометил два его сообщения голубыми восклицательными знаками. Президент США писал о том, что голосование по почте, которого так добиваются его оппоненты-демократы, может закончиться масштабными фальсификациями. В истории же с Миннеаполисом от главы Белого дома особенно досталось либеральному мэру города Джейкобу Фрею. Обвинив соцсети в цензуре и ангажированности, накануне Трамп подписал президентский указ. Я бы закрыл Твиттер, я так считаю. Но мне придется провести оценку этого процесса. Если это возможно сделать на законных основаниях, я бы его закрыл. До этого момента соцсети в США несли примерно такой же груз юридической ответственности за цензуру, какой несет доска для объявлений на заборе. При этом популярные площадки фактически давно превратились в средства массовой информации, где есть своя редакционная политика, основанная на взглядах их владельцев или тех, кто к ним близок. Они ведут себя как издатели, когда они подвергают проверке материалы других авторов, когда они критикуют то, что пишут люди, цензурируют материалы на определенные темы. Они берут на себя права издателей, и они не должны быть освобождены от ответственности. Ведь когда-то Трамп вырвался в Твиттер как на свободу, как раз для того, чтобы получить прямой, то есть без посредников, канал для общения со своей консервативной аудиторией. Либеральные каналы и газеты, которых в США большинство, Америку одноэтажную не жалуют, а порой открыто презирают. В 2017-м в Нью-Йорке твиты Трампа даже выставляли на широкое обозрение. Прямо напротив башни Трампа в Нью-Йорке распахнула свои двери первая президентская твитотека. В хранилище комики из Daily Show собрали самые запомнившиеся записи в микроблоге президента США. Высказывания разделены на категории, например, конструктивная критика, удаленные, но не забытые или всегда лучшие. С тех пор число подписчиков официальной страницы президента США серьезно подросло. Сейчас 80,5 миллионов. Неизвестно, кому будет хуже, Трампу без Твиттера или Твиттеру без Трампа. Разумеется, у него есть альтернативные платформы. Он президент Соединенных Штатов. Твиттер для президента лишь очередная социальная сеть. Он есть во всех соцсетях. И это хорошо понимают в конкурирующих структурах. По сути, поддержал Трампа глава Facebook Марк Цукерберг. Он считает, что соцсети не должны быть арбитрами правды. Мы пытались дать понять, что мы представляем те компании, которые больше всего заботятся о том, чтобы предоставить людям голос и свободу самовыражения. Мы прекрасно понимаем, какой ущерб можем нанести, если будем мешать этому процессу. Нащупать эти линии тут же решили два сатирических издания «The Shovel» и «The Chaser». Они опубликовали фейковые статьи с лживыми фактами о самом Цукерберге и разместили их в ленте Фейсбука. Пишут, что основатель этой компании якобы скончался в 36 лет от коронавируса, а его кумиром, дескать, был Адольф Гитлер. Туда же прикрутили обвинения в растлении малолетних. Флешмоб продолжился все в том же Твиттере. Кто-то обвинял Цукерберга в каннибализме, кто-то в том, что он обижает щенков. Было и вот такое сообщение. Пожиратель детенышей тюленей Марк Цукерберг опять в новостях? С момента публикации прошли уже сутки, но редколлегию Твиттера лживость сообщения не заботит. Ни блокировок, ни голубых восклицательных знаков. Это фейк. Но у того, у кого надо, фейк.